Привет, меня зовут Оля. Сегодня вместе печем знаменитые осетинские пироги. Они бывают разные. Я предлагаю вариант с простым дрожжевым тестом и вкуснейшей начинкой – картофель с сыром. Пироги нереальные, они очень вкусные, поэтому искренне рекомендую их попробовать. Тесто. Дрожжи смешиваю с сахаром. Дрожжи у меня сухие, но можно и обычные прессованные. Вливаю сюда теплое, не горячее молоко. Немного размешиваю и оставляю на 10-15 минут. Сливочное масло растапливаю и оставляю остывать. В миску для замешивания теста высыпаю просеянную муку. Добавляю соль и хорошо перемешиваю. Делаю углубление, вливая сюда ожившую дрожжевую смесь и остывшее сливочное масло. Замешиваю тесто. Оно будет очень липким и даже жидковатым. Это нормально, так должно быть. Муки больше подсыпать не нужно. Руками тесто вымешиваю 10-15 минут, не торопясь. Чтобы было легче вымешивать и тесто не прилипало, руки окунаю в растительное масло без запаха. У меня подсолнечное. В конце вымешивания тесто станет гладким, более упругим и будет отставать от рук и стенок миски. Перекладываю его на стол, миску мою и смазываю маслом без запаха. Помещаю в нее тесто. Видите, тесто очень мягкое, но из-за того, что руки в масле, оно не прилипает. Накрываю и оставляю подходить на 1,5 часа, но через каждые 30 минут его нужно отминать. От этого оно будет еще более пышным. В это же время, пока тесто подходит, готовлю начинку. Картофель нужно отварить до готовности. Сыр натираю на крупной терке. В классическом варианте используется осетинский рассольный сыр. Купить его нет возможности, поэтому я заменяю его на сулугуни. Можно еще использовать адыгейский сыр или моцареллу. Горячий картофель превращаю в пюре. Добавляю масло. Сразу же, пока картофель еще горячий, высыпаю сыр и перемешиваю до однородности. Сейчас на свой вкус можно добавить черный перец и соль. Я не добавляю, так как у меня сыр соленый. Но если будете использовать другой, можно солить по вкусу. Начинку делю на 3 части. По 165-170 грамм будет 3 пирога. Из каждой формирую шар и выкладываю на тарелку. Готово! Когда тесто подойдет, выкладываю его на стол, присыпанный мукой. Немного обминаю и делю на 3 части, в среднем по 320 грамм. Каждый кусок теста округляю, накрываю и оставляю на 5 минут. Стол присыпаю мукой. Теперь тесто по одному шарику немного растягиваю. В центр кладу начинку, собираю концы и защипываю. Переворачиваю и растягиваю пальцами. Можно скалкой, но мне и так удобно. Главное, чтобы толщина пирога была везде одинаковой, и в центре, и по краям. Пироги я делаю диаметром 26 сантиметров. В центре делаю небольшое отверстие для выхода пара. Переношу форму, застеленную пергаментной бумагой. Можно просто смазывать маслом. Разравниваю и убираю в разогретую духовку.
10 минут пеку при 220 градусах и еще 5 при 230. Пока печется первый пирог, формирую второй. Готовый пирог перекладываю на блюдо и смазываю сливочным маслом. Накрываю тарелкой большим размером и полотенцем, чтобы он не остыл, пока испекутся другие. Так нужно испечь все три пирога. Укладываю их стопкой. Обычно пекут именно три и подают на одной тарелке. Когда третий пирог немного остынет, нарезаю их на 8 частей. Все три вместе или можно по одному. Угощайтесь! Мягкое тесто, вкуснейшая начинка и несложно готовиться. Не советую печь меньшую порцию, даже если у вас семья маленькая. Просто будет обидно, что потратили время. Получилось очень вкусно, но мало. На следующий день пироги такие же мягкие и вкусные. Их можно кушать в холодном виде, можно разогреть в микроволновке или на сухой сковороде на средней температуре. Тогда будет еще и хрустящая корочка. Друзья, мне все. Надеюсь, вдохновила вас. Как всегда, буду ждать впечатления. До новых встреч. Пока.